Если у вас болят плечевые суставы, то поможет живой тренажер. Лучше всего найти орешник. Орешник, он мягкий, гибкий, пластичный. Он, так сказать, самый легкий для работы. Что нужно будет сделать? Найти где-то или согнутый вот такой орешник, или согнуть самому слегка, так, чтобы руки тянулись слегка вверх. Приседаем, руки расслабляем, присесть, отпустить, покачаться, почувствовать упругость в стволе дерева, почувствовать, как эта упругость передается всему телу, передается локтям, плечам, позвоночнику, тазобедренным суставам, коленям, стопам. И самое главное, почувствовать, как расслабляются плечевые суставы. Натянуть и не резко, а очень осторожно отпускать, чувствуя, как расслабляются плечи. Отпустить постепенно, без рывков, чувствуя, как плечи налились такой упругостью, и снять ее, слегка стряхнуть, отпустить. Можно повторить раза два, три. Опять слегка натянули, потянули, как все тело натянулось, как натянулись плечевые суставы. С каждым днем делать можно посильнее, делать без боли, находить положение. Можно такое положение, можно подальше, можно слегка даже на одну руку опереться, можно на другую. То есть найти положение приятного натяжения без боли. Слегка покачаться, чтобы почувствовать напряжение в плечевых суставах, во всем теле, потому что на плечевых суставах держится все тело. И затем осторожно, постепенно отпускаем. Чувствуем, как упругость из дерева переходит на упругость во всем теле. Слегка почувствовать и снять напряжение. Можно даже слегка еще похлопать по плечам, чтобы снять напряжение здесь, 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 в коленях.